Простите меня, дорогие товарищи, но я тоже скажу свое весомое слово. Итак, здравствуйте на нашем стриме. Вы его видите на канале товарища Хиггса, ссылки все будут в описании. Но то, что вы смотрите сейчас у меня на канале, это, собственно, запись. Вы так и поняли, конечно, куда без этого. И, собственно, сегодня это с нами... Это не оригинал! Да, это всего лишь копия. И, собственно, с нами Алекс Дулис, также известный как Туфоксищи, известный ветеран в Humble 2 в свое время. И сегодня он нам покажет, откуда готовилось нападение на хигарян. И... Также у нас товарищ Атлас, он же Атванас. Вечер хата. У него отличные навыки в игру Space Engineer и также другие секретные навыки, о которых мы вам не скажем, потому что они секретные. Вот. Но, собственно, он с нами будет участвовать в этом незабываемом, как мы будем надеяться, матче. По крайней мере, мы вспомним, что такое Humble Remastered, вспомним, что такое Humble 2, и... Ну да, это будет повод освежить впечатление после Humble 3, по крайней мере, в том состоянии, в котором он находится сейчас. Да. Я бы сказал, это будет повод получить наслаждение и, наконец, поиграть в нормальный Humble с управлением. Ну, допустим, да. Так. Ну, да. Все, в общем, ты все сказал, поэтому всем здрасте, я готов. Да, я все Идите, сказал. Кто вы Таков начинаете? Путь. This is the way. Да. Так, ну, ждем галочки Дреда. Так, да, я тупанул, пока я тут... А ты у нас покрасился в цвет Adidas, да? Кто Adidas? Где Adidas? Ты. Чему не три полоски? Так, Кушане, выигры. А ты за Кушан? Давай ты за Хигарян, это ж классическое. Да. Или тебе пофиг нормально? Вообще. Вообще пофиг. Нет, вообще похуй. Да. Даже дверь не закрывай. Так, ладушки, хорошо. Если так оно пошло, то... Я, конечно, угарнул, что меня в друзья добавил этот самый Гарольд, испытывающий боль. Это его настоящий аккаунт. Я на него давно подписался еще. Это просто Ладно, великолепно. Все, я готов. Я готов. Команда 2, правильно, да? Все, да, супер. Да, все, погнали. Погнали. Попробуем классику на вкус. Раскусим этот орешек. Да. И гнетущая тишина. Да. У меня ожидание главное... В космосе никто не слышит ваш крик. Да, да, да. Довольно. Ух. Ух. В космосе нет понятия выживания, да? Есть умирание или неумирание. Mothership. Standing by. Destroy enemy motherships. Roger. Так, где мои ресурсосборщики? Так. 10 тысяч, да? Поставил. Да, да, 50. Да, теперь надо вспомнить, как вообще играть ими. Общая проблема. Атлас, как у тебя работает? О, здорово! Здорово, здорово! Всем привет, да, Серега. Это же диктатор с Home World 3. Раньше мы вместе делали тоже модификацию. О, да? Ветераны подтягивают. Все свои, опять в сборе, да? Ветераны. Moving to destination. Эти люди помнили еще горение Харака. Да-да-да. Пепел его песков стучится в наши сердца. Ready. Так, что там? Waypoint confirmed. Да, блядь, что-то такое.
Да, сука, я прожал не на пустое пространство, и у меня сразу же вейпоинты сломались. А как твое, кстати, Серега, расскажи, как твое, твои впечатления от демки Homeworld 3-го? New upgrades available. Carrier research module complete. Unidentified probe detected. Copy. Destination locked in. Assembly underway. Assembly underway. А демка доступна бесплатно сейчас поиграть. Поиграй, но если не хочешь пока портить себе впечатление, лучше подожди. Выход из игры. Да. Но мне кажется, потому что пока что там... Carrier fighter facility complete. New fighters available. Нет, они однозначно подправят. Вопрос в том, поменяет ли... Как геймдизайн как-то изменится, потому что из того, что мы увидели, там оно явно не такое широкоплотное. Это будет какое-то маленькое такое... интимная группка кораблей, которые... Ну, хотя черт его знает. Это War Games такой непонятный. Его дали зачем-то. Но не очень-то и открывает... игру, как, какая она будет. Там на Reddit, кстати, написали об этом, что, в общем-то, Wargame — это такая штука, которая скорее как для эндгейма. То есть, если ты прошел кампанию, там, наигрался в скирмиши, там, в мультиплееры, и хочешь что-то нового так, поиграть немножечко. Вот. И там у тебя будут вот эти уровни накапливаться. А так вот, как свежая игра, как что-то для свежего игрока, это может быть не очень самый лучший вариант. Но это не факт. Это постороннее мнение, может быть. Assembly underway. Все не так. Господи, я один выиграл в стане Хигарян, да? Да? Production underway. Вы все хигарцы. Крайне. Production underway. Ужас. Предатель. В смысле? Ты правильно понял. Ты засранец тот, но ты наш засранец. En route. Так. Что я делаю? Кто я? Кто я? Где я? Что происходит? И зачем я, да? Confirmed. Че забыл, как бы. Как бы Тайдан строил, вроде как там я на легком уровне играл, знаешь, как-то все более-менее понял, потому что никаких проблем нету, типа ресерчи, модули эти, корабли строишь, вот тебе ресерчи, там все понятно, вот тебе сколько построил этих юнитов, столько их и будет, а тут, блин, отряды сразу же какие-то вот, на каждом корабле по модулю, модуль нужно еще что-то, дополнительные ресерчи. Так. Confirmed. Group 1 reinforced. Copy. Так. New research available. Subsystem manufactured. Блин, какая кнопка по умолчанию задать точку сбора, я что-то не помню. Никто не помнит. По-моему, P. Mothership. Тут, да, P. Ctrl-R. Ctrl-P. Да, Ctrl-R. А, да. Тут можно навести, если будет этот. Да. Production underway. Interceptor squadron complete. Production underway. Production underway. Construction underway. Probe complete. Reporting. Group 1 reinforced. Ready. Resources locked in. Карта такая бесная, из разряда добывай не хочу. Mothership research module. Да. Mothership. Confirmed. Гиперпространственная арена. То есть рассчитывается, что все разобьют до хайперспейса и... Probe away. Unidentified probe detected. New upgrades available. Carrier frigate facility complete. New frigates available for construction. Probe dispatched. Паника. Как за хайперспейс это все? Да, я туплю.
Production underway. Фрегат космической пехоты, да? Звучит так. Resource collector complete. В голове заиграла Spaceship Troopers тема. Да-да. Reporting. Я только в прошлый раз сделал открытие, что, оказывается, в Homeworld классическом тоже через Ctrl и выделение можно задавать атаку по области, ну, по группе врагов. Да? Забавно. Ну, я не знал раньше о таком. Production underway. Так, блин, я зачем-то построил. Mobile refinery complete. New heading set. Flak frigate complete. Ready. Mothership frigate facility complete. Collection confirmed. Confirmed. Resources downrange. Group 1 reporting. Strike group, prepare for assault. Сколько всего этих кораблей, которые ресерч их? 8 штук нужно? Наверное, ты можешь и нажать английскую, и нюдкап у тебя откроется. Да, кстати. Я просто не помню. Хватит одного, на самом деле. Resource collector complete. Ну как ты? А остальные просто чуть-чуть скорости добавляют после этого. Не копи. Нужно больше скорости. Reporting. Copy. Confirmed. Standing by. Нужно больше скорости. Move order confirmed. Больше скорости, больше скорости. Guard order confirmed. Roger. Acknowledging. Блядь, здесь что нарисовать? Copy. Ready. Destination locked in. Resource collector complete. Unidentified probe detected. Standing by. Collection confirmed. Я вот только не понял в прошлый раз. Раньше же, по-моему, два улучшения у батлкрузеров было по броне. Или только одно мне что-то... Group one, раньше было два, да, как во втором Homeworld, но со временем патч поменяли... Упростили, короче, всего один апгрейд. На любые стороны. Выиграл тоже. New capital ships available for construction. Есть, один апгрейд. Но он дает больше. То есть он дает как бы промежуточное. То есть не столько, сколько дает два апгрейда. То есть как бы один апгрейд считается как полтора. И все, и больше нету. А, то есть это в этом в ремастере сделали? Это в ремастере, да, сделали так. Ну, не знаю, мне кажется, что они немножко... Как тебе самому это вот выглядит? Ну, на самом деле не так плохо. Мне, а я, раньше... Я когда увидел все это, мне показалось, что они сильно как-то так... ну, попытались вот этот баланс со старыми расами сделать. В смысле, Хаволда один расами зачем-то вот, усреднить геймдизайн. И, собственно, немножко... упростили ту систему, которая была. Но, может быть, я не опытный игрок, как не настолько опытный, как ты, как ты сам смотришь на это. Ready. Ну, я бы не сказал, что они что-то прям упростили. Да. Вот, в основном патчили-то по большей части игроки. Как ни странно, комьюнити. То есть основные вот эти все патчи. То есть сейчас есть 2.3, это да. Players патч. То есть это в основном все эти изменения, ну, со стороны комьюнити. То есть и вот Roger. Это на самом деле то, чего реально вот третьему Homeworld еще пока не вышедшему не хватает. Чтобы то есть, нужен комьюнити от игроков. То есть да, чтобы, ну вот допустим, вот, перенесли сейчас они на май выход, и да. В мае они бы, было бы идеально не полный Ready. Релиз сделать, а ранний доступ Да-да-да. К игре. Да, согласен. Вот. Потестить, чтобы игроки все ну, с помощью игроков все доработать, добавить. И где-нибудь в сентябре, в октябре вообще спокойно быть. Ну, может, в конце августа. Flag frigate complete. Позитивно мыслить. Да. Ну, если да, тогда если это благовременно. Согласен. Reporting. Так, а я забыл, а чтобы верфь построить, надо гиперпространственный модуль? Гиперспейс, да. Mothership.
я туплю, что здесь надо строить. Production underway. Кто-то здесь к тебе подлетает все. А я вижу, да, меня ты там самый злобный. На уже... тебя добрасывается. У меня уже батл наполовину есть. Скоро полетим. Одного проносить. Mothership. Group 1. Roger. Confirmed. Acknowledged. Да. Roger. А я тоже, мне кажется, раньше же несколько было очередей производства в ремастероде. Несколько очередей по World 1. А, второй все стандартно. Одна линия, одно производство. Production underway. New upgrades available. Mothership hyperspace module complete. New capital ships available for construction. Berths are clear. Interceptor squadron. Ну я не могу построить гиперпространственный модуль. Тебе его исследовать нужно. Платформа, гиперпространственная платформа. Точно, точно. Точно. 750, да. Да. Сложно. Production underway. А ты кем играешь? Кушанами? Не понял. Кушанами. Кусянами. А что там сложно-то? Да вообще ничего не помню. Мне сложно как мышку держать, сложно. Ну, камон. Как там, я заметил движение мышки по экрану. Это нормально? Mothership underway. Confirmed. Confirmed. New formation acknowledged. Standing by. Upgrade complete. Roger. New formation acknowledged. Это battle пошел, да? Bomber squadron complete. Вот, ты вот самое. Prepare for assault. А, это у тебя ремонтный корвет, я думал, у тебя эти... Bomber squadron complete. Которые чужие корабли пиздят, как они называются, забыл. Абордажные. Марина. New research available. Mothership platform facility complete. New platforms available for construction. Copy. Я пока еще такой, блин, половину интерфейса вспомнил, а у вас уже батлы идут. Не, у меня батлы еще не идут. У меня еще гиперпространственный модуль даже не строится. En route. Да-да. Ready. Assuming guard position. Mothership. Не надо, давай строй что-нибудь другое. Вот такое вот. Production underway. This is a cakewalk. No problem. Construction underway. Reporting. Mothership. Классное описание. Зонд с датчиком близости. Описание. Открывает зонд с датчиком близости. Да. Спасибо. Датчик близости. Боже, как это великолепно. Просто великолепно. Спасибо, не хочу. Я не из тех. Я не из тех, ребят. Хотя кому я вру, в конце концов, да? Нормально так. Повернулся разговор. Production underway. Bomber squadron complete. Standing by. New formation acknowledged. New formation acknowledged.
We caught him napping. No problem. Assignment received. Нет, что ты делаешь? Что я не могу на сейф? Сейчас уже там гордость Хигары. Escort pattern locked in. Алекс. Да, что-то он тут творит. Что происходит? Творит бесчинство на вражеской территории. Ужас. Group 1 reporting. Group 1, copy. Group 1 reinforced. Еблись. Upgrade complete. This is a cakewalk. We got him napping. Красота. Кушани бьют икарцев. О, там внизу кто-то и ползет. Да, я вижу. Вернемся. Ready. Любителями. Strike group attack order confirmed. Upgrade complete. Вот там всего два можно. О. Destroyer complete. Confirmed. Я пока еще даже не доисследовал батл. Я только вот сейчас закончил. Standing by. Алекс сидит и думает, с кем я связался. Хорошо. Reporting. Group 1 reporting. Strike group prepare for assault. Strike group reports hostile contact. Upgrade complete. New upgrades available. Stay on top of them. Reports victory. This is a cakewalk. We caught him napping. Copy. Initiating hyperspace jump. Mothership. Exit coordinates confirmed. Mothership. Reporting. Standing by. We caught him napping. This is a cakewalk. Attack clearance received. Скоро будет минус один. Есть возможность убрать интерфейс полностью? Да, Backspace. Да, Backspace. Раза три нажимаешь Backspace. Как отменить построение, группировку? Вот так вот? Upgrade complete. А, понял. Уходим. А, ну все добыли. Я думаю, что у меня ресурс? Мы все добыли. Мы все съели. Destroyer complete. Красота. На фоне этой большой галактической светилки. Я видел Сибим взлетящие. Gun platform complete. Group 1. Confirmed. Copy. We got him napping. This is a cakewalk. Moving into formation.
Gun platform complete. Куда вы полетели? Copy. Hyperspace coordinates locked in. Не сюда. Так. Exit coordinates confirmed. Production underway. Roger. Confirmed. Copy. Collection confirmed. Resources downrange. Standing by. Strike group acknowledged. New formation acknowledged. New formation acknowledged. Strike group under enemy attack. Insufficient resources. Research paused. Strike group to battle positions. Roger. Ready. А мы уже батл крузер, да, у компа? Да. А вон там внизу слева. Ready. Вижу. Сейчас спорный снимала. Ready. Сейчас это. Move attack confirmed. Moving while engaging. У меня даже рефайнери нет ни одного. Ой-ой-ой, какого рефайнери у тебя нет? Research complete. Ну, переработчик, которого ресурсы скидывают ресурсы. Коллектор? Контроллер, точнее. Контроллер. Здесь он называется, да, Mobile Recruiter. Я вот, кстати, подумал, что 8 сборщиков маловато как-то, да? Reporting. Course set. Ну, да, маловато, согласен. Что ж, да, не говори, маловато будет. Репортинг. Огроменная карта. Там сборщиком убивается. Платформа preparing for transport. Огроменная карта, тут все теряется. Роджер. Что там происходит? Кого там поигрывают? Камагеи. Есть карты поменьше, но это нужно мастерской. Там подписываться, заканчиваться автоматом. То есть есть вот 4 на 4, 3 на 3. No problem. Атлас, а у тебя ресурсов достаточно? Можете подкинуть? Ща я наклепаю еще сборщиков, будет достаточно. Ну, камон. Не, ну просто, мало ли. Вылезти, так сказать, из долговой ямы. Нормально. Heavy fire confirmed. Confirmed. We caught him napping. No problem. Reporting. Вот, кстати, когда я выключаю этот режим сканера, ну, в смысле, карта удаленная, у меня начинает подлагивать. Да? Да, так что я играю в режиме сканера, как суровый матерый космический волк. Я играю тоже в режиме сканера, но не потому, что у меня подлагивает, а потому, что так удобнее. Понятное дело, что так удобнее, но нужно же было страдать-то. Ты графику ты, ну, на минимум, да, убрал? Нет. Я вообще ее не менял, вообще на одного. На ультрах играешь? Конечно. Вот
там даже что-то доисследовалось в режиме отсутствия ресурсов. Очень, блин, интересно. Strike group to battle positions. Confirmed. Construction underway. Black frigate taking heavy damage. Очень, блин, интересно. Drawing heavy fire. We got them napping. No problem. Mothership. Resource collector complete. Standing by. Frigate lost. Acknowledged. Ready. Reporting. Strike group under enemy attack. Damn. Конечно. Stand by for acquisition and transfer. Охо-хо. По мою душу комп прислал бомберов. Очень интересно. Reporting. Standing by. Ты пока там продержишься или тебе помочь? Я продержусь, я так. Просто ною чуть-чуть. То где? Roger. Resource collector complete. Acknowledged. Torpedo frigate complete. Resources locked in. Resources downrange. Mothership. Mothership underway. Shipyard capital ship facility complete. New capital ships available for construction. Acknowledged. New formation acknowledged. Все потерял, все просрал. Acknowledged. Отличная игра. New formation acknowledged. Ready. Что происходит, вообще непонятно. New order confirmed. Confirmed. Insufficient resources. Upgrades paused. Roger. Меня там не убили? Что reporting. Убили, блин, а? No problem. Если кому-то помочь говорить, сейчас могу подлететь спокойно. Mothership. А, нет, он собирается. Но, видимо, у меня такие Mothership. Финансовые потребности, что их не хватает. Copy. Torpedo frigate complete. Moving to destination. Acknowledged. Resources locked in. Подкинуть? Standing by. Брать тебе, да? Upgrade complete. Представляете, полетели. No problem. We got them napping. Resource collector complete. Move order confirmed. Говорю, ресурсов подкинуть тебе чуть-чуть? Не, yeah, норм. Mothership. Okay. Так. Как бы не Mothership. На последние штаны играем. Mothership. Понял. Interceptor squadron complete. А точно не на последние штаны? Это мало ли. Underway. Ну я не знаю насчет других. Mothership underway. Других штанов. Так сказать. Resource collector complete. This is a cakewalk. This is a cakewalk. Reporting. Resources locked in. Блин, ну какого хрена вы встали прямо перед взрывающейся верфью, а? О, товарищ Дред, вы хотите этот, устроить грендайзер? Кого-кого? Ну, помнишь, был какой-то японский мультик в пору нашей детскости? Там, когда он превращался и в тарелку, и в робота. Ну просто, если две хигары рядом, то, возможно, в ночь четверга на пятницу 13-е, в полнолуние, если обрызгать компьютер кровью девственницы, они превратятся в гриндайзер. Просто что-то такое, какое-то непотребство. Два фаллических символа рядом. Это double penetration, да, будет? Это у Макана фаллический символ, а тут гордо стоит и озирается. Гордая эректильная палка.
Что еще можно исследовать? Кого длиннее, у Хигаряна или у Макана, да? Mothership underway. Resource collector awaiting instructions. We caught him. No problem. Мы, походу, уже добиваем там кого-то. Нет? Ну, не надо говорить «мы», мне кажется, в этом случае, да? В случае, скорее, это Фокси. Destination locked in. Docking with carrier. Ему бы 4 поставить, он бы всех вынес. Из одной команды, да. Голова сомневается, а руки помнят. Я не настолько хороший. Interceptor squadron complete. Мне тут параллельно ко мне домой нападают. Гомогеи. Да, пошли. На два фронта работаем, можно сказать. Давай я тебя отобью пока. Если они тебя домой. Да не, я нормально. У меня ионики, дестером там справятся. То есть предлагаешь его морщить? Конечно. Кого там морщить? Ладно. А там у тебя? А, вижу, да. Ну, у меня так, там небольшие проблемки, но все в принципе нормально. Они не знали, на кого напали. Они выбрали никого уже практически не осталось, да? Вот сейчас последнего получается, добьем верфь и все. Нет, двое еще есть. Что значит последнего? Я только в атаку пошел. А, четверо, да. Еще двоих забрали, но еще... Ну, по-моему, трех мазершипов уже нет, сколько я помню. Только какой-то... Кто там у нас? Какой-то зловредный хигарядин. Это так, можно сравнить. Старый проект мамки и новый проект мамки. Вот. New upgrades available. А потом еще моды выйдут и третью new мамку тоже добавят. Китайцы какие-нибудь, потому что до них доебаться с копирайтом труднее всего. А, прикольно. Что прикольно? Да я тут смотрю, вот, типа, это старая мамаша, это у тебя Атлас. Да. И новая мамаша. Не, я, пожалуй, вернусь к себе, что у меня тут прям серьезнее, чем я думал. Так. А я предлагал. Так. Ну, я вернусь сам сейчас. Шипиарду ждать. Уже проще. Уже третьего должно не быть. По идее. Production ебок. Production underway. Ой, и все истребители погибли при взрыве. Ой, ядрит, возьми. Нет, рядом с тобой была какая-то минимальная 10 штук истребителей. От них осталось 5, 4,5. Но они неистово сражаются. Роджер. Время переезжать к сборщикам. Кого? Understood. К сборщикам. Роджер. No problem. This is a cakewalk. Engage capital ship. Upgrade complete. Короче, я понял свою ошибку. Я просто сделал слишком мало коллекторов. Да. Ну, много коллекторов сейчас тоже делать смысла нет, то им достаточно сильно возможности ограничили на законодательном уровне. Теперь можно только один звонок в день совершать, по-моему. На выходных тоже запретили звонить. Ужас. И домой они больше не приходят, как говорят. Gun platform complete. Есть такая же какой-то, да? Работать не дают. Production underway. We caught him napping. This is a cakewalk. Gun platform complete. Production underway. Так, что-то у меня весь флот перепутался. Перепутался.
Да все, все бинды у меня ощущают, все я тут на как это сказать, на этого вертел. Давай я пока дойду до кого-нибудь. Кто там такой? Хиггс. Хиггс взялся за дело. Так я уже давно. Ой, опять я не то выбрал. Этих убираем. О, а у меня, оказывается, эти батлы достроились давно, да? Я без них был воюю. Кайф. Вообще. Так. Assembly underway. Build. Construction underway. Что значит ресурс коллектор лост? Кто, где, кого? Что-то там происходит. Я себе там. Сейчас подкрепление в пути. Да, ладно, я сейчас просто свалю оттуда, да и все. Бля, я промахнулся на полкарты, не туда прыгнул. Ёпперсте. Да, на этой карте сложновато, да, прыгать. Я тоже я немножко... что-то шрифтом зажал. Ну. Платформа, preparing for transport. Ой, да, со мной делают непотребства какие-то. Да-да, там боевой крейсер еще. Там я снизу два уже этот подослал, так что сейчас летят. Непотребства. Что творят супостаты? Значки. Production underway. Можешь далеко не отсылать этих ресурс-коллекторов. Да? Хорошо. Коллекторы наши все. Зеленые окошки. Insufficient resources. Upgrades paused. Group 1 reporting. Давайте, горбатые, поворачивайтесь. Confirmed. А теперь горбатые. Во всяком случае, здесь баталии боевых кораблей действительно выглядят как надо. Больших, я имею в виду, кораблей. Ты чувствуешь, что они большие. Какой большой! И у кого побольше. Ну да. Виден размах. Это просто там, не просто парочка кораблей куда-то вылезла, а тут complete. Прямо это театр действия. Че, компьютер в носку, что ли? И абсурда, да? Да. Огромные дестры стоят друг на друга и пуляют рука друг друга, пока кто-то не умрет. Чем мы не хотим прыгать, что-то я не поняла. Что это за бунт на корабле, да? Ready. Вообще, почему мы не прыгаем, А у тебя модуль гипер... А, вам же, по-моему, не надо. Вы же хигарцы... вы же Кушани... Не все встроено. Кушани-то технологичнее, чем хигарцы. Даже модуль не надо строить. Ужас. New formation acknowledged. Reporting. Carrier complete. Bomber squadron complete. Ready. New formation acknowledged. Где там кто там еще? Внизу, что ли, кто-то шляется? Move attack confirmed. Большая карта, тут не видно. Ну, как бы. Вроде где-то должны быть враги, но не видно уже зону разделения, где эти синие, где не синие, тут что-то как-то сливается. Конкретно этой карты специфика. Roger. В принципе, игры этой карты. Standing by. Reporting. New formation. Просто, к сожалению, на восьмерых только две карты. Я строю датчик приближения. Датчик близости, точнее, сейчас. Oh.
Я мы об одной той же близости говорим. Ну, у меня что-то подлагивать все начало. Это не я. Процессор, что ли, не вывозит? Первый раз в жизни залез в Home World, чтобы настройки понизить. Мне кажется, мне просто из-за того, что параллельный комп на две платформы вещает, наверное, процессор просто это. Твоим сборщикам уже прилетели. Что ж. Что ж. Там еще чуть позади. Я не могу прыгнуть. Почему, не знаю. Ингибитор может не давать прыгать. Ингибитор? Да. Ну, это да, прерывает прыжок. Нет, я понимаю, что он прерывает прыжок. Мне просто понравилось про ингибитор. Это забавно. Не прыгай. В оригинале называется Gravity Well Generator. То есть генераторы гравитационного поля. А, ну правильно, у меня ж тут еще параллельная гора всего включена. Player is lagging. Прям было написано Higgs. Higgs. Кто здесь самое слабое звено? Что происходит? Да-да, у нее процессор в сотку долбится. В материнку он у тебя долбится. Да я... Ой, ёптвою мать, а что происходит? А где мышка? Да-да-да. Я заметил движение мышки по экрану, это нормально? Повторяю старую шутку, да? Но все равно. Да-да-да. Что, блин, происходит? Почему? Что? 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 Что случилось? Хиггс, что ты делаешь? Что ты с нами делаешь? Я ухожу от тебя. Ну, посттравматически, потому что управление этого хомяка нам... А-а-а, некую травму, да? Вот почему у тебя тебя лагает. То есть комп чувствует, что у тебя травма после третьего хомяка. Самое смешное, я сегодня несколько раз поиграл среди дня в третий. Просто зашел в лобби, запустил эскадку, вот это вот всем известное, первая миссия, все нормально. Через минуту фига, просто весь интерфейс исчезает. Вообще, я не помню, что я там такое нажал. Но как-то вернуть вообще не получилось, и мало того, что не получилось вернуть, ты не можешь никакие указания давать. Upgrade, то есть ты не можешь complete. Там ни выделить, ни подвинуть, ничего. То есть я только, у меня были там забиндены эти там два стартовых торпеда, и я только ими мог там жму на единицу и атаковать, все. Все, что я мог делать. И, и окошко чата было еще доступно. Вот это вот, конечно, я... Да. Удивился, мягко говоря. Вот, ну пришлось Alt-F4 прожимать. Тут уже без вариантов. Такой вот Home World 3, демо-версия. Чего они там, фиг знает, сколько лет делали, непонятно. А я не пойму, почему у меня вдруг лагать все начало по-черному? Что случилось? Какая-то нездоровая бня. Все работало, а вдруг стало лагать. Потому все что... ради страданий. Притом я, ну, даже уже ради прикола настройки скидываю. Ничего не меняется особо. Ты спрашивает насчет третьего хомяка посттравматически. Ну, там у меня ну да, да. Было. Только я без наушника, только без звука. Я бы смеялся с этого. Ответьте на вопрос, но только я без звука. Потом узнает. Да нет, не настолько он плох, просто немножко другой, нежели ожидали. Да.
Что-то я уже потерялся вообще. Что делать? Кто? Где? Хочешь повоевать вон колесо с коллектором моим? Сбегай. Не, не хочу. Не хочешь? Ну и ладно. Окей. Strike group attack order confirmed. Standing by. Сейчас, видимо, сбегу. Я тоже туда вроде это. Пытаюсь. Escorting friendly. Copy. Сейчас у меня оба бак попрыгнул. Copy. Move order confirmed. Reporting. Berths are clear. Господи, я как будто вернулся в какие-то, я не знаю, 2008-е. Что за тормоза, а? Не, ну просто все было нормально. И вдруг стало тормозить. Не было ни единого разрыва. Я такой майнер подцепил. Почему бы и да? Ну. Так. Upgrade complete. Confirmed. Что-то у меня кто-то живой тут вообще есть. Copy. Где там у нас эти? Мамасита, построй мне скаутику. О, фрегат убили. О. Что ж. Reporting. О, еще и карик въебали. Что ж. Standing by. Печалька. Что происходит? Ready. Пульсирующий корвет. Датчик близости. О. Initiating hyperspace jump. Under attack. What's the call? Они там еще и мерджатся из гиперпространства. Боже, боже. Надо же успеть навести. Бред творится у меня. Мне, наверное, все-таки был перезагрузить компьютер, прежде чем играть. Да не, бред какой-то. Зачем? Ну а что за... Почему у меня так... Такой пипец творится? Потому что... Потому что сетевой код не оптимизирован. Потому что... Так, а где этот гомогей сидит электронный? New formation acknowledged. Escort duty confirmed. Standing by. Engage all hostiles. Ready. Запрыгнешь? Да, где там у нас мамасита? Mothership. And... У тебя есть special. У нас же есть... О, вон, на другой стороне. Я на другой стороне. О, да тут прямо вот, ого, этот пара крейсеров. Да. Reporting. Confirmed. Standing by. Confirmed. New heading set. Copy. En route. Ready. Ладно, будем страдать. Collection confirmed. Мазами. Standing by. О, Хикс, я пытаюсь это гопнуть. Group 1, standing by. Ready. Acknowledged. Ready for escort. Reporting. Mm-hmm.
Алекс, по-моему, по твою душу летит всякая фигня. Вижу. Копи. Вернемся. Да-да. Construction underway. Construction underway. Construction underway. Acknowledged. Assembly underway. Assembly underway. Confirmed. Последняя фаза игры. И... Что происходит там долго так? Births are clear. Да, игра огрызается, игра еще. Resource collector complete. Construction underway. Group 1 copies. Resource collector complete. Acknowledged. Mothership. Acknowledged. Вот у нас еще есть, ага, в этом направлении. Roger. В каком? В этом? Engage all hostiles. Я просветил карту. Ага. Все вижу, спасибо. Resource collector complete. Они как поперли к тебе. Они же не знали, что с кем они связали. Что у нас тут крепкий орешек сидит. Balls. Reporting. Да ёб твою мать, мы что, батлкрузер не уничтожили еще? Какой из? Отличный вопрос. Да нет, у меня два батлкрузера против другого батлкрузера. Я думал, они уже у него торпеды выпустили, а он еще нет. Да? Ужас. На паре процентов здоровья отстреливается. Battlecruiser hyperspace module complete. О, фрегат бросили. Скоты. Confirmed. О, у меня все отвисло. Все стало хорошо. This is a cakewalk. This is a cakewalk. Reporting. Ready. А вот оно, где все. Standing by. No problem. No problem. Move attack confirmed. Ну, где... Фокус Аврону. Battle cruiser fire control tower complete. Scanning for target. Кто у нас тут такой смелый? Один. А, это ты? Battle cruiser. Все, мазаршип положили. У меня там батл передо мной. Сейчас от него. Сейчас я один батл гроблю, который летит. Кстати, он что-то плохо гробится. А, не батл, это Гестер. Это прям так целенаправленно. Exiting hyperspace. Тебе жалко? Ну да, я тут все веселье пропускаю. Ready. Move attack coordinates locked in. Supporting friendly units. Ну хорошо, иди на перехват, а я вон... К Алексу уже... слетаю. А то там что? Его... Ты уже отвалился. Я отвалился? Нет, я... К Алексу лечу, а ты перехвати это. А мне ты имеешь в виду, где мазашип у меня или где... Да, 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 где маза. Нет, туда нет, туда не надо. Я тут уже справился практически. Да? Ну ладно. Окей. Initiating hyperspace jump. Ready. Ready. Standing by. Mm-hmm. Exiting hyperspace. We caught him napping. This is a cakewalk. Copy. Confirmed. Moving while engaging. Acknowledged.
Hyperspace coordinates locked in. О, еще фрегат убили. Copy. Frigate under attack. Reporting. Supporting friendly units. Move attack coordinates locked in. Moving while engaging. Confirmed. Group 1 reports enemy contact. Confirmed. Flak frigate taking heavy damage. Standing by. We're drawing heavy fire. Frigate lost. Combat maneuver confirmed. Engage all hostiles. Group 1 under attack. Carrier frigate facility under attack. Friendlies under fire. Moving in. Acknowledged. Group 2 reports enemy contact. Reporting. Strike group, prepare for assault. Acknowledged. Кстати, у меня такой вопрос. Я когда смотрел ваши страдания в третьем хомяке, почему, блин, на троих, а не на четверых? Ведь обычно же делают мультиплеера на четверых. Непонятно. Почему, блин, трое? Я говорю, там было, там, видел, место было для четвертого игрока, даже полосочки специально выделены. Group 1 under attack. Roger that, trailer, I see him. Strike group, prepare for assault. Standing by. Group 1 reports enemy contact. New formation acknowledged. Combat maneuver confirmed. Copy. Roger. Срезка. Copy. Group 1 reporting. Supporting friendly units. Roger. New formation acknowledged. Guard order confirmed. Ready. Acknowledged. New formation acknowledged. Move attack coordinates locked in. Group 1 copy. Strike group receiving fire. Group 1 under attack. Standing by. Confirmed. Его тоже надо добивать. Reporting. Group 3 designated. А, мелочь можно не добивать. Можно не добивать, да. Group 2 under attack. Group 1 standing by. Cabin pressure dropping. Group 2 copy. Frigate. Я этот там захватывает батлкрузер, да? Ready. Strike group under enemy attack. Confirm. Отжимает. Strike group to battle positions. Что-то еще, значит, есть. Move order confirmed. Можно либо второй батл, либо еще какой-то. Так. Просветил. Ага, вижу. Так, два авианос. Вижу тоже, да. Да, в полях. Confirmed. Hyperspace coordinates locked in. Group 2 under attack. Group 2 reporting. Strike group, prepare for assault. Friendlies under fire. Moving in. Exit coordinates confirmed. Strike group to battle positions. Reporting. Group 3 reports enemy contact. Не прыгайте, все. Engage all hostiles. Group 3 under attack. Copy. Supporting friendly units. Group 3 reports enemy contact. О, нет, еще верх построил. Вот там, где я накинул. Нет, reporting. Огонь. Strike group reports hostile contact. Moving while engaging. Огонь, огонь, агония. Standing by. Reporting. Confirmed. New formation acknowledged. Мне нравится, как вражеские ионики просто шибить по моему боку, по ионке вверх. Нет, вот это, конечно, такая странная у них. Во втором кумаролде не было. Supporting friendly units.
Да, бомберы там попустили тебя. Under fire. Requesting orders. Батла и Ионку у Нефтегарского выигрышского ракетницы. Вот. Ну и на мазершипе, на шипьяде тебе капшип модуль хочешь сносить бомбер автоматом. Friendly's under fire. Moving in. Да, вот то, что, чтобы вообще все корабли покусили под систему, это довольно странно. Даже те, которые совсем плохо это делают. Еще кто-то есть. Это вот только это вот ремастер. Это приоритеты неправильно поставили, да? Group one, report, ну да, поведение очень странное, но это у компьютера конкретно. Если он мне бьет не корпус, он мне бьет выломку, которая гораздо прочнее, чем корпус. Где-то внизу еще. Там я вижу толпу фрегатов. 5 штук. Вот он, да-да-да. Acknowledged. Полетели. Initiating hyperspace jump. Group 1 under attack. Ready. Acknowledged. Ready for escort. Exit coordinates confirmed. Ну да, тут уже что-то исследовать, строить уже не так. Это уже, да. Час сыграем, стало. Добивать. Медленно в таком ленивом режиме. Роджер. И все равно, видимо, они. Ваш флот часто ровно минута. Боже. Красиво. Боже, да. Я думал, Атлас, ты на первом месте, а ты просто на первом месте, потому что у тебя первая буква А. Вот в этом фишка буквы А. Всего боевых очков 300 штук, ничего себе. Накопал. От души. Бой. Кораблей потеряно. 158. Он даже у кого-то да. Что-то захватил. А, у меня Дестер захватил. Да. Мне очень нравится этот значок дипломатии. Это что? Получено дань, выплачено дань. Дань – это ну, кто кому сколько ресурсов передал, на мой в данном случае. Это дань. Да, но странно. Перевод, да, странный. В оригинале трибьют написано. Это ни разу не дань. Ну да. Да, ну, будем я думать, так, что... Я даже неплохо смотрю. Переводили просто Фаргуса, я думаю. Надмозги. Надмозги они самые, да-да-да. Поэтому пусть будет дань. Еще чуть... Я не удивлюсь, если где-нибудь здесь будет босс за джим какой-нибудь. И поэтому как там детектор близости? Пульсирующие корветы. Дать татарам мзды. Это просто великолепно. Седьмой волк, блин, да. У меня первый Home World был в переводе от седьмого волка, я помню. Да, кстати, точно было такое. У меня тоже был, по-моему, от седьмого волка. Я помню самую крутую историю, когда еще давно существовал форум homeworld.ru, еще когда-то тогда выпал, видимо, Home World 3 не работал, или Cadation Gardens был. Я вообще не разбирался в истории Home World, и я залез на форум и стал яростно доказывать... то, что на самом деле вся история Home World другая, потому что я начитался с задней стороны обложки в переводе «Седьмого волка», что люди вышли в открытый космос, началась борьба между корпорациями за ресурсы. Я пишу, да там история была, да там же корпорации за ресурсы борются. Отлично. Поверили? Нет, мне быстро объяснили, что я не прав.
Не, а просто дело в том, что у меня был сборник 3 в одном Homeworld. Первый Катаклизм и первый Raiders Retreat. И у меня первый Homeworld не работал, только Raiders Retreat. Вот у меня тоже самое было, да. Только да, было, и... там, не знаю, лет, наверное, 10-12. Ну вот, да, у меня та же история. У тебя не такой случайно диск был, там еще Кунлан был нарисован без модулей. Да. Или эсминец, этот батл-крузер, я не помню. Какой-то, Redmond, да, зеленый, да. Redmond, да, и вокруг что-то все желтое. Да. И сзади еще скриншот был с курсором перевернутым, по-моему. Да. Значит, у нас там одинаковые диски. Да, были одинаковые диски, причем у меня в то время тоже первый не шел, катаклизм тоже не шел, по-моему. Да, я катаклизм потом как-то запустил еле-еле. Raiders Retreat пошел, самое смешное. Вот, да. У меня аж все олдскулы свело с ваших разговоров. Да. Но они, кстати, сделали Raiders Retreat миссию в ремастере. Можно ее сыграть. Да, она там считается как отдельно. Блин, а у меня же тоже был когда-то. Я странно, что вот... не отдельная компания за деньги. Нет, почему? Я хорошо. Вот реально помню, что в 99-й год была новогодняя ночь с Homeworld, и когда она вышла, ну типа с демкой, а потом она вышла, я пошел в первую очередь, там, когда деньги получил свои детские, там, не знаю, ну когда там подростком это было. Вот, сколько-то можно было получить от родителей, накопить где-нибудь там, все такое. Пошел на ларек, там вот где эти пиратские диски продавали, там Homeworld есть, так и дали, там такой синий диск, а седьмого волка, да, реально. Вот, а где он теперь, непонятно, была бы такая реликвия, знаешь. Да, у меня есть, вот, я храню свой диск. У меня оставалась, да, именно сама коробка от этого седьмого волка, а диск где-то потерялся. А диск там, по-моему, такой был, черно-белый, да, такой блестящий? Что-то такое, да, что-то да. Такое. Невзрачный вообще он был абсолютно. Прям никак. Надо достать коробку с дисками, посмотреть. У меня там целый, я не знаю, коробка огромная. Я все диски храню, думаю, когда-нибудь настанут времена, когда интернета не будет. Да. Эх, воспоминания. Ну что, какие планы дальше у нас? Не, у меня планы все. Понял. Все, сегодняшний. Понял. Мечтали закрыли, да? Хотите продолжать? Да, да. Ну, спасибо за игру тогда. Спасибо большое. Да. Спасибо. Да. Давай еще поиграем когда-нибудь. Конечно. Так, ну ты. Да, можно почаще собираться. Конечно, можно, нам еще 3 месяца ждать третьего Homeworld. В лучшем случае, если 3 месяца. Да, сейчас как разыграемся немножко. Нездоровая. Сейчас вы разыграетесь, мы все разыграются в ремастер и забьют на третьего хомяка ввиду его неиграбельности. Ну, как бы... Все пойдут обратно в РМ, да? Моды играть. Да. А сейчас с этим... Кстати, на самом деле сейчас очень много кто вернулся из старичков в ремастер. Я сейчас посматриваю периодически, Дискорд официальный. Там прям каждый день практически понемножку насобирается. Да. Тут еще режимы же есть интересные. То, что чистый карри, ронли. Можно будет попробовать. Потом можно будет попробовать там 3 на 1. Режим пульсации, режим вибрации, режим какой еще может быть? МЖМ. МММ. КТХ. Да. Кушанье, таедание, хигаряне. А это неплохо, кстати. Да. Ну ладно, тогда что, пойдемте поиграем, может, в халфу? Давайте. Или в ДРЖ. Да. Или в халфу. Да, спасибо халфу. Еще раз всем за игру. За общение. Да, всем спасибо. Алекс Фоксич, я спасибо за игру. Спасибо, Алекс. Да. Вот. Ну что, не забывайте. Поиграем в ближайшее время.
Да. Я, наверное, уже сколько я ремастер не запускал, наверное, лет 5, честно говоря. Я с 2000 какого-то, то ли 19-го, то ли 20-го. Когда я последний раз там это делал свое прохождение. Ну, просто я второй ремастер пробегал. Так. Спидраном, с челленджами самого себя. Он записывал. Но это было очень давно, год, наверное, 4 или 5. Поэтому я с того момента даже не запускал. Слушай, а у тебя же тоже, по-моему, канал был на Ютубе, да? Да, у меня он и есть. Прохождение. Я даже подписан на него. Надо просто ссылку тоже кинуть. Да, будет закреплять. Да, да. Это кстати, говорю, ну да. В текущих реалиях, да. У меня раньше с канала хоть какая-то копейка падала. Сейчас вообще ничего не падает. Ну, у меня, в принципе, канал изначально, я его создавал очень давно. В каком, наверное, в 2012, что ли, году. Точнее, он создан вообще в 2009. А именно видосы я начал в 2012 закидывать. Причем это, ну, основная идея канала была это записи мультиплеера второго Homeworld, потому что на Ютубе этого не было нигде. То есть там были всякие там прохождения кампаний, какие-то там фан-ролики там под музычку, какую-то другую там как там 10 батлкрузеров там убивают там несчастного компьютера, вот это вот. Там, на резких хедшотах, из Counter-Strike. Ну, такие как бы абсолютно фановые какие-то видосы, ну, и вообще не отображающие ничего прям подобного. Вот. И как бы я вот был одним из первых, кто вообще это начал на Ютубе делать, какие-то записи с GameSpy сначала, потом... Когда уже GameSpy все отъехал, мы переходили вот к моду EasyVPN, я думаю, возможно, кто-то помнит. Да, 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 да. Такое. Это то есть, была Камачка, мода EasyVPN, потом Tangle была классная очень программа. Tangle помню, да. Вот, через Game Ranger иногда игралось, но там был неприятный момент, он сбивал разрешение и все настройки дефолт сбивал. Он, по-моему, там отдельный надо экзешник добавлять. Да, там отдельный экзешник, там комната, то есть там, ну, замороченно и не стоит, короче, того. То есть через него прям самое неудобное было. То есть самое удобное было вот Tangle, ну, и это вот до выхода еще вот ремастера, я еще говорю. То есть ремастера это еще не было даже там в планах близко. Как он, 2015 же вышло еще. А вот тогда... каких-то районах. Да. Да, 2015, да. 25 февраля. Уж скоро юбилей, блин. 9 лет. Да. А я все никак не выложил новогодний ролик с поздравлением. Я, наверное, лет 10 назад на Homeworld 3 хотел сделать новогодний ролик в 3D, типа, с поздравлением, с Новым годом в стиле Homeworld. И так перед каждым Новым годом, за 2 дня до него, я вспоминаю про него, сажусь судорожно доделывать. И вот уже 10 лет прошло. Ну, надо, значит, дождаться. Очередной Новый год пропустил. И думаю, ну, надо, на следующий сделаю. И так каждый год я прям... Ну, ладно, да. Спасибо за игру еще раз. Что-то, да, встретимся в ближайшее время. Спасибо огромное. Обязательно поиграем, да. Так, я тогда это самое... Спокойной ночи, да. Спокойной ночи, да. Доброй ночи. Да, что, перерыв нужен кому? Не нужен? Да, я думаю, перерыв нужен, но для начала я сделаю отбивку, чтобы свое видео завершить. Вот. Короче, я сейчас показываю канал Алекса Туфоксича. У него тут написано, что он 28-летний фанат Homeworld игр. Но это было, правда, последнее видео 3 года назад выложено, поэтому... Так что он уже, наверное, не 28-летний, а 31-летний. Да, так что мы знаем, сколько тебе лет и где ты живешь. Мы ровесники. Вот, ну, в общем-то, у него, да, дофига всяких интересных видео. И, в общем-то, даже с катаклизмом он проходил в свое время сильно... хитрыми тактиками. Вот, тут у него всякие Алазар, Агроном, Лёша, 77 Рус, ну, это он, по-моему, был, если правда.
и Рэндалл Кью какие-то, вот это уже давно такие, вот, ну, короче, имена, которых будут какие-то древние воспоминания, там, десятилетней давности вообще видео, еще в, действительно в холо, втором Хумонде. Ну, в общем-то, как-то так. Ладно, да. На сегодня Хумонд у меня заканчивается, поэтому я закрываю это видео. Собственно, спасибо, что смотрели, лайки, подписки и прочие штуки. Так сказать, мне полезно, вам приятно. Будем дружить. И заходите обязательно на Homeworld Russian Fleet и кооператив Дружба. Вот. Подписывайтесь на канал Хикса и канал Алекса. И будем продолжать наше знакомство. В общем-то, сейчас всем, кто смотрел Homeworld, пока. А мы продолжим с какой-нибудь другой Half-Life, правильно? Да, наверное, да. Да, ладушки.